В Самарской области тоже не без огня. Там горит очередной НПЗ. Вот сюда ударили первый раз, вот сюда второй раз. Вот видно пламя. Но это уже неудивительно. А вот следующая новость удивляет. Вчера после ужасного обстрела украинской энергетической инфраструктуры в западных СМИ появилась информация о том, что США попросили Украину прекратить удары по российским НПЗ. Якобы в Белом доме переживают, что это может привести к росту цен на нефть. Но спешу огорчить русских, которые успели обрадоваться данной новости. Это не более чем фейковый вброс, похоже, от самих же россиян. В офисе Зеленского тоже отреагировали на данную новость, заявив, что это фиктивная информация. Как заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, никто не будет после 2 лет полномасштабной войны диктовать Украине условия ведения этой войны. В рамках международного права Украина может обезжиривать российские инструменты ведения войны, а топливо является базовым инструментом. И, как мы видим, по вновь горящему НПЗ не проканала.